А это другая степь. Западный Казахстан. Летом плюс 40, зимой почти столько же, но с обратным знаком. Помните песню о краях, в которые только самолетом можно долететь? Сюда и самолетом не доберешься. Но долетают и работают. Кингисское нефтяное месторождение, буровая номер 14. Работает здесь бригада Волгоградского управления буровых работ. Начальник буровой Сергей Алексеевич Федосеев, мастер первого класса. Руководитель вахты Александр Иванович Алексеев. О работе бригады говорит только одна эта цифра. План года выполнен к 25 июля. Пройдено 4000 метров. Обязательство – пробурить 5000 метров горных пород к 7 ноября. Уверенно работают буровики. Оперативно- и лабораторная служба, руководимая Алексеем Сергеевичем Новиковым. Каждые 10-15 минут идет проба рабочих растворов. Расчет опытных бурильщиков и снова бурение. Нелегок труд буровиков. И быт тоже достаточно аскетичен. Но в дружном коллективе все стараются чем-нибудь порадовать товарищей. Вкусно накормить. Отметить день рождения. Вырастить хоть такие скромные цветы. Новая смена прибывает на буровую. Продолжается работа в суровых степях Западного Казахстана.